Я вам честно скажу, когда я подходил к Сан-Хуану и внезапно увидел корабль с названием «Эль Касадор», я немножко на всякий случай занервничал. Потом понял, что это просто обычный сраный флейт. Просто название не уникальное у квестовых кораблей. Как, блять, это здорово, конечно. Нет, серьезно, почему на всю игру квестовых кораблей, буквально с названиями уникальными, это Мефинг, Валькирия и Мираж? Все остальное сраные повторки. Это грустно вообще-то. Фрегат мой хрен знает где. Причем его опять же там так припарковало в этой бухте, что он просто долбился бортом об берег. Это же гениально, зачем сделать так, чтобы можно было в игре несколькими кораблями вообще ходить? Фу, зачем? А еще такое чувство, что от роста известности персонажа у торговцев появились резко в продаже дополнительные амулеты и прочее. Потому что я пока шел ради любопытства, там пару раз останавливался, и банально мне продавали все амулеты, которые обычно считаются типа редкими. Сейчас такой: «Шарль, я-то думал, ты за полтора дня сюда доберешься, мы тут уже все пропили, проебали, короче, иди-то нахрен, ты нам не нужен, да?» Да? «Пираты стали забывать кодекс. Это не доведет до добра. Ждешь награды, это справедливо, и красавчик это тебе и оплатит сам. Парень сейчас без корабля и без денег, в долгу не останется. Есть еще работа, чтоб никого и не искать, и не спасать. Я тебя огорчу. Тупиц у меня и так хватает. Через месяц пока отправляйся к купцу в Шарптауне, наш человек». Через неделю ты ему будешь не нужен? Я ебал до Бермуд за неделю добираться, ты, псина. За неделю до Бермуд, это же, блять, практически нереально. Остров находится на отшибе, и до него я даже не знаю. Если даже открыть карту банально, да? Визуально что так жопа, что так жопа. Конечно, мы можем сделать тег-тег, либо тег-тег. Но между Сан-Хуаном и Филипсбургом близкого расстояния нету. Между Тартугом и Терксом тоже. Ну ладно, буду думать, хули мне. Ну что ж, вот я и на Ислоте Сора. Причем, наверное, это первый раз, когда я именно захожу еще и в пиратский порт. Здорово. Никто не знает лекарства от моей болезни. Никто не знает лекарства от моей болезни. Там вроде он должен быть то ли в парадном костюме, то ли еще что-то. Не помню. Понял, пошел я. Mucho gusto. Тебя туда же. Ну что ж, давайте поторгуем. Я Тиракс, вам нужен человек именно. Ну да, я за 3 дня добрался. Поныл, а потом за 3 дня добрался. Нашим водам приближается голландец Росбом
черное дерево, корабль охранения, идет через Сент-Мартин или через Испаньолу. Но координаты каравана, где он встретится с еще тремя, и под их конвоем идет в Европу. И доставить груз. Почему я предвижу, что это будет духотой, а? Дата через 5 дней, не считая сегодняшней. Спасибо, ебать, ждет он с товаром. Я все катаю этих долбанных рабов. В каком порту? Какое место? Наливай! Не дипломаты. Здесь всегда рады клиентам, особенно тем, кто щедро платит. Не знаю зачем, но пусть будут. Даже без перегруза влезли все. Ну тогда перемещение минимальной команды необходимо. Осталось координаты нащупать. И вот, блядь, через 5 дней, не считая сегодняшнего. Это что означает? 28, 29, 30, 31. 1 января, получается, он будет там. В Новый год. Хрен знает где. Ладно. Говно. Я не хочу в нем участвовать. Я хочу отмечать Новый год. Короче, координаты были. Я их ждал. Пока ждал, натолкнулся на торговую экспедицию вообще. Просто сюрприз мазерфукер отличный вышел. Теперь я доверху забит товаром с этой экспедицией, потому что там был бакаут. И теперь еще предстоит как-то этих ребят раскидать. А, ну и да, у меня еще тут орудие одно слетело. Поэтому... придется чуть-чуть подшаманить. Так. Значит, во-первых, людей. Во-вторых, надо не забыть, что мне теперь надо любой ценой избегать полного заполнения трюма. Значит, один корабль как минимум будет призовым. Так против нас. Корвет, ТГ и что-то там, и флейт. Росбом это Навио. С 16 фунтовками всего лишь. Флейт с мушкетным залпом вообще пофиг-пофиг. И корвет с кулеврингами в целом тоже пофиг. Нашел, кстати, в этот раз без приключений, что приятно. Потому что обычно они, сука, были. Однако вот приключения, какие мы имеем, это, конечно, неблагоприятный совсем курс. А у штурмана, как назло, я берега не заначил.
Я вот только одного не понимаю. Говорилось про один корабль плюс один корабль сопровождения. Казалось бы, да? Вроде ничего не путаю. А почему так вышло, что тут два корабля торговых с одним кораблем сопровождения, а про те три, с которыми собирались соединяться, вообще ни сном, ни духом? Бейнзалп, конечно, наистройнейший. Правый борт готов к залпу. Мне еще книпелями уже начали постреливать. Так, напомните, на Навио тоже есть мушкетный. Везде есть мушкетный, никто не лох. Как говоря, тут при таком сильном ветре прижали. Приятного мало. Ну ладно, пошли на абордаж, раз он так хочет. 22 человека я переживу потерями. А, ну да, я ж с рапирой. Так, тут все под контролем. Нас ведь банально больше, чем ощутимо так больше. Блин, и тем не менее нашелся дебил, который сдох. Ну ладно, переиграем. Кошки, пленных не брать! Попробую сразу тогда рвануть на мушкетеров их. Рванул, блять. Мы ж поприседать любим, блядь, для здоровья. Ну, я считаю, наверху все идеально прошло. И альтернатив не приветствую. Потому что для альтернатив там только служба остается. Ну давай, вещи. Спасибо, Эрки. Казалось на секунду, что один из моих дебилов откис. Естественно, у каждого вшивого бомжа будет секира, а у меня не будет. Ты, блядь, если б меня сейчас застрелил, я б вообще тут орал. Вот как в этой игре фехтовать нахуй без замедления? Вот тупо, потому что тяжелое оружие не бьет, вернее, сука, с той же скоростью, что и легкое. Вот я считаю, какая должна быть фундаментальнейшая разница. Причем она должна проявляться, ну, не только за счет, собственно, как это... За счет того... Тупо снижение скорости, оно должно идти от веса. То есть, чем клинок тяжелее, тем, соответственно, он должен медленнее бить. Поэтому как раз-таки легким оружием было бы круче парировать, потому что оно бы делало это эффективнее.
И тяжелое оружие, соответственно, бы открывало владельца на большее количество времени. Казалось бы, логичная, абсолютно в балансе мера. А среднее оружие, оно, ну, например, я даже не знаю. Оно просто среднее во всем, в плане того, что им можно реально делать все, что угодно. Груз, блядь, пшеницы. Я прослезился сейчас. Если Паскаль меня убьет за этот груз пшеницы, я ему, сука, в жопу этот фитиль запихну, который будет вести к этому грузу пшеницы. Нет, это я даже не буду пытаться подбирать на дно. Блять, что этот придурок на Валькирии делает? Окей, вот это смачненько было, прям так хорошо. Стой, придурок, обмениваться будем. Все, я считаю, артиллерия свою задачу выполнила. Теперь артиллерию можно отправлять пастись. А Валькирия дальше уже ходит, собирает сливки. Так, все, что мог, не все. Ладно, в принципе, мне этого должно хватить. Ну ладно, бомбы и порох. Все. Зарядить картечью есть, капитан. Цыпа-цыпа-цыпа. Кошки к бренных не брать! Тебе. Один человек! Один человек, господи! Я, кстати, почти 28 уровень. Они так быстро росли. Поистину, какого черта? Почему, блядь? Финт прошел нахуй мимо. Ты-то с легким оружием, ты-то не страшный. О, Манри это выпало. Так, ну и с чем же у нас флейт, а? Скандалы, интриги, фрукты? Может быть, что у нас там еще есть? Одежда? Вы же прям чувствуете этот бизнес? Фрукты?
то не дай бог игрок разбогатеет, вы чё? Чтоб 40 тысяч по Фадею заплатить, не смог второй раз. Гуляй. Эх, а все равно как приятно снова на Валькирии быть. Так, ты там, блять, объявляем тебе разоружение. Ты свое отстрелял там. Иди сюда, готовь жопу. Кошки к борту. Да зачем стрелять, господи, вы чё? В салочки играем, я не понял, что. Полтора Михалыча. В него вообще даже ствол не наводил. Он просто знал, что спина капитана Шарля далеко. И от безысходности бухнул в неизвестность. Ты скотина. Нас ждет очень увлекательная беседа, молодой чебурек. Реально, я уже смирился, что проще стоять и фехтовать, финтовать до посинения в этой игре. Вот почему секира может весить столько же, сколько, блять, моя фехтовальная рапира? Ну, вот в моем понимании такая секира должна весить, ну, минимум шестерочку. А то и восьмерочку. А среднее оружие сделать, ну, как раз-таки по весу там от 3,5, скажем, до 5. Ну, а легкое, соответственно, там от 0 до 3. При этом длина будет влиять в первую очередь и гарда на вес, само собой. Ты сможешь, ты обязательно меня ударишь. Естественно, хрен мне, а не секира со всех этих четырех ублюдков. Зато тут карта Кюрасао и явно намек на фиксированный лут. Нахрена мне дуэльный пистолет, господи. Смолвард и обычная подзорная труба. Нахрена мне все это? Нахрена вы кладете лут, блин, 10 уровня? Ну и что этот росбом? 4000 этого. Шикарно. Ой, пошел. Окей, бортовой он дать не успел. На фрегате людей по минимуму. А вот на этот ваш розбом 42 человека тоже надо бы. Левый борт готов к залпу. Так, у всех же провиант есть. Никто не забыт, ничто не забыто. На прочность этого розбома мне накласть глубочайше. Фрегат был починен. Себе я перегрузил, что мог, этого мне должно быть достаточно.
Голландия, сукины крысы, а? Я совсем забыл про это дерьмо, что крысы-то вообще-то никто на других кораблях гонять не будет. Ну и раз такая пьянка пошла... Ну вот так, остается только молиться, чтобы груз черного дерева никто не сожрал. Кораблик этот реально пусть лучше я сам ремонтировать буду, сколько там чего надо. У тебя же были доски, почему ты тогда не починился? Или это Навио, хочешь сказать, так прострелил? Вот мне непонятно, почему портится репутация, хотя, ну, я просто сделал, казалось бы, обычный атаку под голландским, голландским купцам под английским флагом. Вообще не вижу повода для какого-то особенного обращения. Но это просто, блядь, заскриптованное дерьмо, я уверен. Так, ну 3 штуки лекарств, я смогу с этим жить. Походу придется рискнуть на еще один денек. Ни хрена себе ветер. Так, этот придурок вроде по утрам не ходит. Я не помню, он что-то мог подарить. В самом конце он дарит торт, а вот что еще он может подарить? Я не помню. Никогда особо этим не заморачивался, потому что Ислатисора находится в жопе. Ну что ж, давайте поторгуем. Росбом захвачен, приступим. Приступим. По 150? Это, блядь, грабеж. Без моей наводки вы бы не нашли. А там еще что-то, а я не требую от вас больше ничего. Спасибо, ебать, за свои фрукты и пшеницу, подавись. Должен же бедный торговец настолько на что-то жить. Ну, 120 тысяч тоже что-то. Мои товары самые лучшие. Мой магазин к вашим услугам. Тык. 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 Бакаута, конечно, и смол захватил прям мое почтение. Пороха мне ясен, красен, столько и близко не надо. Надо же бедному торговцу на что-то жить. Уж эти бедные карибские торговцы, которым прям не на что жить. Которые деньги, сука, добывают просто из воздуха. Что с этим Росбомом теперь делать? Ром у меня точно не залежится. А орудие, я думаю, я здесь этому и пристрою товарищу. Нахрен они мне нужны. Чего? А почему нету перехода? Oh boy.
делишки? Как же туха? Ну и тебе как же туха. Чарли Принц? Что, первый раз услышал свое второе имя? Твой позывной в Лавейде. Чарли, понятно, а почему Принц? И чтоб я хоть раз еще купил, что в его магазине. Продал солонину по цене рома, так это он умеет. Я по его наводке еле нашел караван. Два десятка крыс в трюме передушил. А этот жулик заплатил мне копеечки. Ты не один такой. Он с десяток ребят так крутил. Он тебе еще хорошо заплатил. Я за его заказы не берусь. Да и другие. Вот он окучивает тех, кто не знает особенностей его торговли. Да, вот отсюда и название. Ну что ж, хоть я не один такой. Я ему так это не оставлю. Эй, ты не горячись, он свой человек. Тогда Маркус тебя возьмет за жопу. Это ведь Теракс тебя к нему направил? Ну да. Так вот, он и терлится с Маркусом. Так что... Спасибо, что предупредил. Понятно. И что, все, квест закрылся? Господи, сколько я уже натворил дерьма-то. Когда-нибудь я долистаю. Ну ладно, я думаю, тогда, в принципе, наверное, можно и заканчивать. Я что-то уже себя чувствую достаточно сонным. Так, молодежь, а что-то рябишь, как я не знаю что. Кстати, мне нужны 32-фунтовки. Они у него, кстати, в продаже есть, надо же. Мне казалось, 32-фунтовок раньше в продаже-то и не было. А, так, сколько мне за него дал? Копейки. Ну, это государственные копейки, да. Ну, ладно. Тащу я к Тераксу, я не помню, какой там следующий квест, но я просто фрегат не убираю, как и людей, из-за того, что готовлюсь к штурму Картахена. Я помню, что он будет. Я лишь не помню, когда. Я вас вновь приветствую, поскольку Теракс, оказывается, сказал вернуться через месяц, о чем везде, конечно же, написали, я решил, что пора поделать квест «Работорговец». Долго я на него забивал. Деньги? Я знаю в них толк, как никто другой. Так, есть конкуренты, которых надо устранять. Ха-ха, это на Исла Тесора, в двух шагах отсюда. Не топить же рабов. Что насчет гонорара? Две недели. Это просто идеально. Я опасался, что мне выпадет минимум Теркс, а то и еще куда-нибудь подальше. А так все просто не отходя от кассы будет. Если честно, у меня первый раз, наверное, когда Исла Тесора будет выпадать. Просто мне кажется, его почему-то теперь включили в список необитаемых островов, которым он раньше вроде бы и не являлся-то. Просто я хочу использовать фрегат по максимуму. Я почитал немножко прохождение следующего квеста и понял, что это будет сухопутная дресня, в которой мне потребуется еще и большое количество самых разных, опять же, предметов держать в кармане. У меня более-менее они вроде бы есть, но тем не менее все равно. Надо их постараться не продать случайно. Плохо, что навигация у моего штурма на 74, и мне, собственно, с этим особо ничего не сделать. Потому что, ну, блядь, нанимать нового человека ради одного очка в навигацию как-то такое себе. А моя навигация 71, что ли? Или 73? Поэтому тоже ни туда, ни сюда. Мне не нравится, как эти паруса выглядят. Мне нравится.
капитан, насколько я помню, должен быть линейник. Нет, военный корабль первого ранга, у которого 50 орудий, что ли. А вот кто с ним будет, почему-то мой склероз нашептывает про обычный галеон, но я не уверен. Факт, что я надеюсь, мои 32-фунтовки ничем не хуже, чем у того парня. Вопрос только в количестве экипажа там. Потому что корабль первого ранга, я думаю, будет нести человек так, ну, на сотню минимум, а то и больше. Ну ладно, будем считать, что я достаточно отошел. Да. Так, вы угораете? Пошли нахер. Нахер это туда. Во-во-во-во-во-во. Сука, отстали. Чё, вот так прям сразу? Плохо только то, что мы против ветра. Прям охренительно плохо. Зарядить картечью есть, капитан. А еще я понял, что у меня внезапно что-то маловато пороха в трюме. Ну что мы имеем? Хищник 56 32-фунтового, который идет со скоростью 12, блять, узлов? Это как? Я не видел, чтобы у них, у первого классника, вообще такая скорость была. Не то, что после этого. Даже после тюнинга не уверен, что они такую скорость развивают. Потому что если да, блин, если он тюнингованный, я его, сука, забираю. Ну а галеон, он и в Африке галеон. 16-фунтовочки, но с мушкетами. Блин, ну военник, который гоняет 12 узлов, это, блядь, что-то новенькое. Естественно, галеон надо игнорировать, как-то пытаться, но проблема в том, что он может не захотеть игнорироваться. Так, уйди, нечистый. Правый борт готов к залпу. Нет! Нам пизда. Да, 100 человек нашей команды мушкетным залпом, пиздос. О, зато ветер внезапно стал попутным. Зарядить картечью есть, капитан. Не, ну он с такой скоростью едет, что я прям не представляю, как так вообще возможно-то. Может он... Если он, конечно, рандомно генерируемый, и теперь он уже не тюнингованный, будет обидно. Но вообще, что-то вот все равно, это не уровень смелого флибустьера прям ни разу. Оно, конечно, тебе дают к этому квесту готовиться сколько угодно. Так что вроде и грех жаловаться. Так подумать... Чего экономить? Кого экономить?
Найс, просто в один залп всех. Левый борт готов к залпу. Кошки, правый борт готов к залпу. Блин, это был мой? Стоп, у меня дебилы теперь пиратами стали. Я только что ведь голландцев атаковал, было все нормально. Я поэтому и растерялся. Вообще об этом никто не говорил, это просто взяло и произошло. Нет, чтоб какую-нибудь полноценную, я не знаю, там... Как это сказать? Церемонию... Инициирование, посвящение, там нужно подчеркнуть. Вообще ведь ни хрена. Хм. Прилично у него тут всего. Так, я тебе дам закончить бой. Скорпион, ебой. Я, кстати, не помню, этот скорпион ростовщик вроде бы предложит купить, но не навязывает. Вроде так это работало. Так, и на Галеоне есть 700 рабов, которые у меня без проблем впихиваются сюда. Причем, ну, корабль, конечно, сам серф велел абордировать. Поэтому я, естественно, такое бросить не могу в сторонке. Ну, линейник стал как минимум этот другого цвета. Так что, скорее всего, он заново генерируется. Подождите. Может, меня глаза мои обманывают? Но это разве не 80-пушечный вариант? Нет, значит, я их не видел давно уже. Правый борт готов к залпу. Тем не менее, половину экипажа мы ему снесли. Это на самом деле приятный результат такой, потому что моя полоска экипажа тоже примерно в этом районе находится. Только я чувствую, что для него это, мягко говоря, не то же самое. Левел ап! Как выжить? Потому что он же сейчас, сука, перезарядится. А, он на бомбах. Значит, это полбеды. Мы потеряли человек 15 от последнего залпа, но тем не менее факт, что он уже потерял весь экипаж. А значит, он наш. С чем я таки вас и поздравляю. Но у него все еще есть, конечно, еще один борт. А у меня, к сожалению, ни хрена нету, чтобы это дело компенсировать. Левый борт готов. А что, в смысле? А где залп? Слышь, я тут, между прочим, чуть-чуть того, кирпичные заводы открывал. Зарядить коней. А он тут, понимаешь, передумал, что у него там 30 орудий. Где он там? Комцумир. Красавчик. Пленных не брать. Ноль человек нашей команды. Вот так бы всегда.
Блин, как непривычно видеть пиратов. О, да, каюта первоклассника. Красота-то какая. И у него, кажется, еще и сабля это средняя, хорошая. Ну-ка, уважаемый, предъявите к досмотру. Немедленно. Да, Мадонна. И охрененная Мадонна, я вам скажу. Господи, неужели у меня сабелька новая будет? Я думал, я этого не дождусь. Ну, по крайней мере, до острова справедливости не дождусь. Ого, тут мини-арсенал на дому. Итак, этот красавец... Нихуя и не красавец. Что-то, значит, я тогда немножко... переоценил его. Но факт, что эта дура несет 600 человек на своем борту. И мы, естественно, не можем мимо такого пройти мимо. Мы сейчас идем, значит, сдавать рабов, а после этого мы сразу же идем сдавать сам кораблик. Потому что такого красавца упускать никак не годится. Так, сколько ему надо? 60 человек на борт? Фигня вопрос. Столько мы найдем. Все равно миссия ближайшая у нас сухопутная, так что можно себе позволить. Так, паруса никто особо и не порвал никому. Ром у всех есть. Все, огонь. Проворный он, понимаешь. Плохо только то, что в случае открытого боя, например, с теми же пиратами, которые висели у меня на хвосте, у меня тупо недостаточно людей уже для того, чтобы оставаться боеспособным. Ну, если только на Валькирию какую-нибудь, максимум. Вижу, выпил. Минус один. Блять, я стал пиратом. Что происходит? На меня доебываются пираты, как и раньше. Вижу. Ну что, 1500 рабов везем. На Валькирии повредили провиант, на Проворном продовольствие осталось на 2 дня, но это ожидаемо. Но я думаю, мы уже сейчас сдадим все. Так, флаг французский. Всех все устраивает. Даже ничего не сломали при парковке. Наше дело быть начеку. Здесь меня все устраивает. До Санто-Доминго. Добро. Хорошему клиенту хороший процент. Хотя ладно, давайте лучше сохранимся, а то мало ли со Скорпионом что-нибудь не так вякну. Так, пришлось его покупателя отправить на свидание к Дэвид Джонсу. Привезли 1520 рабов, награда 304 тысячи.
Ну и что за доспех? Всего лишь бригант? Всего лишь обоссанный сраный бригант? Пошел ты нахер, а? Я-то думал, это плетеная кираса будет. Я не помню, за что ее там дают. Не, ну они такие смешные, да? Типа 100 тысяч нет? Держи бесполезный доспех. Так, мне интересно, он у меня всех рабов забрал? Походу всех, даже те, что на Валькирии были. Это хорошо. То я этих 50 рабов катал, блин, по всему архипелагу. И это прям ни хрена не круто, я вам скажу. Ну ладно, теперь начнем пристраивать кораблик. Это, в принципе, никому не интересно, так что увидимся у Тиракса. Окей, я время специально не подгадывал. Вроде по моим расчетам еще 2 дня. Но факт, что этот уже вовсю комментирует мои дела с этим Паскалем. Так. Нечего тебе мараться об работу, достойную тесака. К делу. Сейчас должен прийти пекар. На дело пойдете вместе. Вернет тебе должок. Рад видеть тебя снова и рад, что мы будем вместе. Что же за дело? Пока я был в рабстве, я не только гнул в спину, но и держал уши открытыми. На юго-восток, от Маракайба, среди джунглей, 2 хребта, где находится испанское поселение Сантьяго де Лос Кабальерос де Мерида, ну жопа, блин. Мерида. Маленький город среди гор. Однако там щедро много самоцветов. И там нашли россыпь зеленых и желто-красных камней. Изумруды и опалы. Разве опал желто-красный? Мне казалось, он синий. Среди последних попадались и огненные опалы. О, слушайте, а я даже и не уверен, у меня эти огненные опалы вообще есть в сундуке-то моем. Они не торопятся сообщать генерал-губернатору, однако лучше навестить Мериду нам, чем это сделают испанцы. Грабеж? Именно. К тому же, находясь вдали от моря, они не предполагают, что на них может напасть кто-то, кроме дикарей. Действительно ли там камни? Ну, в общем, он настроен решительно, что это будет успешным делом. Как пройти в Мериду, тебе известно? Мы найдем проводника из индейцев. Высадимся в южной части Маракайба. Кстати, да, там же теперь деревня-то индейцев. Я как-то разок там побродил по джунглям и удивился, что там были индейцы. Теперь я понимаю, почему. Пираты стали забывать кодекс. Это не доведет до добра. С нами пойдет Люк Лепрекон. Кажется, я помню, как он выглядит. Отряд буконьеров будет с нами. Мерида ваша. Себе возьмешь 1/3, а прочее Жану. Долг всему капитану за плантацию выплатишь из своей доли на месте. Остальное мне, дальше разберемся. Вопросов нету. Лепрекон скоро подойдет в бухту. Удачи. Камни цвета. Нам выделили человека, идем в порт. И да, кстати, делюсь наблюдением, после того, как у меня ребята мои стали выглядеть по-пиратски, банально стало труднее проникать в порты вражеские. Ну да, это ты. Люк, к вашим услугам.
Грузитесь в шлюпки, мы отправляемся. Пара советов. Возьми с собой вещи, которые могут их заинтересовать. Пистоли, приборы, украшения. Ну и лучше используй картечь против аборигенов. Можно мне выйти, блядь? Можно выйти? Let me out! Сука, ебал я в рот того, кто вот эти системы спаунов придумал. Чтоб мне в Скайриме да хоть одна дверь была недоступна из-за того, что какой-то непись куда-то идет, блядь, да не в жизнь. Да, в принципе, я затрудняюсь назвать, в какой игре такая херня. Максимум, что бывает, это какие-то двери может открыть только непись. Вот так, кстати. Например, гильдия воров, там как раз-таки был один такой квест. Где как раз-таки тебе именно глава гильдии действующий взламывает замок. Потому что он типа эксперт-взломщик, а ты нет. Поэтому, соответственно, и вот. Ой, че, каких у меня тут только самоцветов нету. Так, я помню, там будут просить тромбон и дуэльный. Надо на всякий случай бумажных патронов взять еще побольше. Бумажный патрон. Так, ну гвозди их точно не впечатлят. Подзорную трубу я не знаю, откуда я ее там взял, но я взял. Камни, надеюсь, никакие не надо. А нет, есть у меня немножко огненных хапалов, хорошо. Так, и вот скорпион, я думаю, есть смысл взять, если это будут индейцы. Ой, и тинктура последняя. Так, по лечилкам у вас... Блять, я не это хотел, а наоборот. Гребаные лечилки. Как же долго ты этот слиток-то с собой таскаешь? Так, давайте добавим картечи. У аборигена боезапас в норме. Кстати, нам вроде не ставили никаких сроков. Что примечательно. Хотя стопудово они в итоге окажутся. Я вот прям жопу ставлю. Цыпа-цыпа. Караван. Кстати, к нам вроде как присоединился Пикар на своем корабле. Где он присоединился? Вот где? По-моему, у него уже была такая аватарка. А вот Пикар. Откуда мне этот фон кажется знакомым у него сзади? Как будто что-то с ГПК. Лол. Проапгрейдили парня, но забыли отнять у него снарягу. Меня тревожит лояльность большинства моих офицеров, если честно. Потому что я молодец, я набрал исключительно хороших парней за последнее время, что я сидел в таверне. И у меня единственный способ их лояльность хоть как-то удержать... Блять, ничего не вижу. Это отпускать пленных, короче, этих... капитанов. Больше мне ловить реально нечего в этом вопросе.
Не знаю, я лично вокруг больше ничего не вижу решительно. Вот я, кстати, иногда задумывался за последнее время. Вот, казалось бы, у корсаров есть режим от первого лица как для морской боевки, так и для перемещения по суше. Нет, не проработан только режим от первого лица, ну, собственно, в бою. Вот было бы, наверное, даже и любопытно, если бы корсары стали игрой исключительно от первого лица. Ну, как метро, там, киберпанк или еще что-то. Хотя я понимаю, что не всем это понравится, но вот просто почему за столько лет существования игровой серии никому не приходило это, ну, на ум? Если уж делали гибрид корсаров и Варкрафта, извините меня, коим является сундук мертвеца, то могли бы уж заодно и что-то такое предпринять, мне кажется. Эх, а сколько в свое время я пускал слюну на диск с сундуком мертвеца? Тогда все было проще. Стоп! Так, водитель красного корабля, прижмитесь к обочине. Полиция нравов. Военная шхуна Пандора под английским флагом. Кто ты? Корвет. Тяжелый галеон. Военный корабль? Ёб твою мать. А, ну это просьбу передать, благо. Порт Ройал. Военный корабль. Порто-Пренс. Тяжелый галеон. Сен-Пьер. Надо, блядь, отчитаться уже. Бастер, корвет. Сан-Хосе, Сан-Хосе. Бля, я в Сан-Хосе забыл отчитаться. Так, и Сент-Джонс. Военная шхуна Пандора. Это ты? Вижу, да. Честно говоря, ну, у меня отношения с нациями прекрасные, поэтому я даже не вижу смысла особо дергаться. Пусть себе плывет. Бочонок! Вижу, вымпел бочонка! У нас по пути. Опять пустой. Непруха. Это мой буквально четвертый бочонок за все это время, и у двух из них был хороший груз рядом с ними. Самый первый был миной. Отклониться и до 6 вечера успеть. Так, стоп, это север. Не север. Восток, восток, восток. Все. Так, что там за пираты? Кому там жить надоело? Я опять потерял известность. Ну что ж мне так не везет-то, да? Я вот думаю, наверное, есть смысл в Лефрансуа добрать еще моряков. Хотя нет, стоп. Я ж вроде сам говорил, что там будет сплошь сухопутная миссия. Секунду. А то мне тут, понимаешь, в комментариях пишут, что будет скоро анус. Так. Нет, ничего там не будет, а вот что понадобится, это немножко кожи. Там буквально 10-20 кусочков. Хрен пойми на что. Понятное дело, что все это дело можно купить, но мне лень бегать по джунглям туда-сюда, верите?
Так, стоп. Подходите, лучшие товары колоний. Я ж тут тащу бесценнейший просто груз. Так, магазин, магазин. Вы что-то хотели? Нет? Тогда позвольте пройти. Где тут, черт побери, магазин? Можно, конечно, зайти Мишеля постебать, но толку. Ну что ж, давайте поторгуем. Кофе, сахар, кожа. Надеюсь, точно хватит. Так, отдыхаем до 18. Можно было, кстати, патронов бумажных покрафтить, но мне лень. Сейчас, так, вы прерываете свое путешествие, потому что вам кажется, что что-то должно произойти. Настоящих дворян теперь... Настоящих дворян теперь гоняют все, кому не лень. Так, 300 дублонов долой, где там свечи? Так, мы почти на финишной прямой. Чёртовы крысы. Я прям жду, не дождусь, когда я смогу наконец-то найти крысобок, просто чтобы надеть на какого-нибудь напарника. Причем, на самом деле, вот, все равно, что обидно, что до сих пор не завезли в каждому свое, это функционал из К2 и Возвращение морской легенды, а именно на то, что у корабля-компаньона может быть, сука, несколько офицеров. Вот это упростили, и я лично считаю, что это огроменное просто упущение. Потому что, ну, не может один офицер разгребать все, ну, не может. Да, пиратов делают такими вот сверхархи-пиздец мультиклассными. Блять, мне песок в глаз попал. Вы просто видите эти полигоны, да? Дальше идем через джунгли. Люк. Отправляйся сразу к вождю. Проси его, кого-нибудь знающего тропы и не боящего путешествий. Я иду с вами, спрашивай, посоветую. Ну пошли, два веселых гуся. По крайней мере, я тут уже какой-то участок пути точно бродил, а значит... Да, я знаю, это не по теме, но... Сколько времени прошло с прохождения карибского этого? Точнее, не карибского, а голландского гамбита. Потому что, по-моему, где-то на Новый год он у меня заканчивался, если я правильно помню. 1 июля. Ну да, вот. Я просто к тому, что уже, по идее, Калиучи потихоньку может триггериться. Кстати, журнал. Нет, не так. Атлас. Как там это, Гранады, что ли, была карта? Угу. Тут заявлен поселок Десмойнес. И для этого нужно отклоняться налево. Получается, налево. Отклонились. Кто тут шаман? Зачем мне твоя жопа тут, скажи на милость. О, блять, я скучал по этой музыке. Нет. Я всегда буду с этого угорать. Мы приветствовать тебя здесь.
Где-то я это слышал. Что привело тебя в деревню? Вот тебе подарок. Вот тебе подзорная труба. Колдовская труба. Ты, сын моря, прими подарок. Спасибо, вождь. Амулеты. Это хорошо. Я пришел просить о помощи. Мне нужно пройти в поселение под названием... Вообще-то длинное название, сука. Откуда он знает вообще название этих испанцев? Оно где-то у вас в селе посреди горы. Я не знаю дороги. Может кто-то провести нас? Дорога полна опасность. Там как живут капонги. Они ягуары. Мы мирные. Мы избегать их. Нам нужно попасть. Спроси своих людей. Кто согласится присоединиться? Мы никого не боимся. Проводника защитим. За помощь получит награду. Хорошо. Мы соберем совет воинов. Приходи завтра после восхода солнца. Окей. Это что-то неразговорчивое, стопудово квестовое. Ну и что пишут? Завтра утром. С учетом, что испанцы меня просто задолбают своими проверками, я думаю, можно сделать так. Мы приветствовать тебя здесь. Ну и? Что, солнце не восход? Вот там солнце, я отвечаю, вождь. Блять. Когда у вас восход, дебилов? Так. Договорились. Есть доброволец. Несколько охотников, но они боятся индейцев. Мои воины сильнее. Часть моего отряда всю жизнь провела в джунглях. Мне жаль, мои охотники боятся. Никто не хочет рисковать. Они могут показать дорогу. Надо плыть на реке, высадиться в определенном месте. Выйти не там, попадете в болото. Сам не пройдем. Как уговорить твоих охотников? Пошел нахрен. Люк! Люк, я твой отец. Нет, это из другой оперы. Так, он утверждает, что сами мы дорогу не найдем. Вот еще нам теперь делать? Трусость побеждается жадностью. Попробуй обходным путем говори с женщинами. Говори с ними, спрашивай про мужей. Обещай им все, что угодно. Не скупись. Ладно, попробуем. Со слов вождя мы столкнемся с враждебными индейцами. Они отравленные. Кстати, да, реально, другим-то членам отряда реально противоядие надо выдать. Так. Про противоядие как-то даже и не говорили-то ничего толком. Так, я сейчас командую Валькирией, значит, я могу спокойно надевать скорпиона. Ну и, наверное, Каскавеллу стоит взять. Нас большой замес впереди ждет.
Ну, так подумать, вроде кроме этого столкновения дальше уже не должно быть ничего особо такого. Сколько у меня там противоядий? Да кому там, блядь, не имется? А, Джоруби. Так, микстурки, кстати, еще есть. Можно по одной, наверное, моим-то отстегнуть. Хуже не будет. Меня что-то посетила, кстати, такая злая мысль, как выдать вообще и офицерам Каскавеллу. Так, ладно, на себя что надо взять? Вина, наверное. Вина у меня всего две бутылочки, маловато будет. Хотя ладно, это пусть для офицеров. Так, имбирного корня у меня много. Ну, противоядие ставим, не знаю. Сколько он просил? Дюжину, а лучше больше, да? Ну, пусть ему будет 20. Надеюсь, этого хватит. Ну, а Эркюль, наверное, еще пусть будет парочка бутылок рома. Они вроде бы тоже лечат. Пикар, хватит за мной ходить, блин. Задолбал. Так, ты что-то хотел? Да, мы собираемся в сельву, и нам нужен проводник. У меня много богатств. Может, твой муж покажет дорогу? Он лучший охотник племени. Он знает, где селение. Как поговорить с твоим мужем? Он уйти на охоту день назад. Обещал вернуться завтра вечером. Приходи завтра вечером. Я быть в той хижине. В какой той хижине, блядь? В нашей перспективе навыки никому не светят, так что ну вот просто мотай на пустом месте время. Говорить с ней нельзя, но она тут ходит. На всякий случай проверим хижину. Да заколебала меня твоя жопа! Вот лучше бы дали возможность Пикара переснарядить. Выдать ему трехствольную картечницу вместо сраной двухстволки. Чё вы не спите, блядь? Когда у вас закат нахрен? Солнца нету, блядь. Где закат? На какую кнопку закат? Если это не закат, то я уж не знаю, что.
Так, он набухался, я буду говорить. Он согласился, но есть условия. Ты его защищаешь, он не вступает в драки. Так, ты беспокоишься о муже. И где я ему подзорную трубу, блять, возьму? Вот уж точно это то, что я не храню. Где взять подзорную трубу? Где взять подзорную, блять, трубу? По 30 зарядов каждому пистолю, хрен бы с ним. Сука, где взять подзорную трубу? Люк! Дай подзорную трубу, Люк, заебал. Я ведь готов поспорить, у меня нету. Блять, знал бы, что такая пьянка будет, может реально проще откатиться и дать вождю просто этот? Да, наверное, я просто откачусь и дам вождю еще один пистолет, и пошло оно все в жопу. Я не буду сейчас возиться херню и страдать. Эта тварь не сказала, когда... Они банально проснутся и будут готовы, сука, соблаговолить меня своей ебучей аудиенцией. Просто по часу сидел, вымерял только для того, чтобы услышать, а у тебя не все. В смысле не все. А вот оказывается, аборигены уже не хавают бумажные патроны, им, сука, нужны пули. Так что вот, подавись. Теперь-то что? Знаете, что было бы еще страшнее? Если бы сейчас было сейчас затемнение и сценка из... не сценка, а заставка из борделя. Вот тогда было бы страшно. Когда-то это все было... Твою мать, ты из жопы вылез какой! Приходили вы. Так, но есть... Годны только для рыбы, нужны хорошие лодки. 6 шлюпок, столько на кораблях нет. Сделайте их, вы белые умеете на берегу корабли ремонтировать. Так, веди нас к реке. Следуй за мной. Куда следовать, нахуй, все закрыто, блядь. Вот, блин, поленились они сделать там крутую какую-нибудь иконку приметную, чтобы было понятно, за кем идти-то, кого беречь. Нет, вы угораете, все заспаунились, и только этот уёбок заспаунился еще дальше. Закрыто же. На джунглик замок повесили, ну. Сука, кто это дизайнерил? Просто кто нахрен? Знаете, что обычно делают в нормальных играх, когда вот такая вот сцена? Диалоги, блять, озвученные, в которых рассказывают какие-нибудь охуенные истории. А тут... Блин, я и забыл уже, что здесь это все. Песок какой-то. Блять, тут вообще полигоны есть в этой игре, нет? У ландшафта. Или они хижину одну отремастерили и все, на этом хватит. Мы приветствовать тебя здесь. Вот река, готовьте лодки. Я скажу, когда все будет готово. Нужно 6 лодок. Дать приказ о постройке лодок через мысли вслух. Шикарно.
Да, редкая картинка, 6 лодок. Ну и что дальше? Люк? Да нет у меня, блять, вопросов, как двигаться-то дальше? Нужно поговорить с Тагофой. Где Тагофа? Где, сука, Тагофа? Это как где Чарльз Ли, только где Тагофа? А, все-таки тут стоит. Мы приветствовать тебя здесь. Да, мы готовы. Садись со мной в первую лодку, я покажу путь. Ебать, он бегать умеет! Вы это видели? Без регистрации СМС! Индеец бежит без того, чтоб медленно и уныло идти через всю ебаную карту! Я кончил. Уникальная заставка, между прочим. Хотя я не удивлюсь, если высадка десанта в форт выглядит так же теперь. Это мы... Слушаем тебя. Так, река закончилась. Отсюда берет бег, тропа. Нужно следовать по ней. Мы обогнули по реке лес, в котором охотятся индейцы. Но тут тоже их владение. Не переживай, мы их порвем. Ну, так-то нас, конечно, много. Почему у меня ощущение, что это локация из Корсаров 2, а не Ухта Морнло? Да, точно она, потому что в конце пещера. А вот все. Дальше вы не пройдете, пока не получите бумаги. Кстати, давно я это не пересматривал, дерьмо. Я нашел свое сокровище, все, пошли обратно. Блять. Или нет? Вроде нет. Нет, так вроде и было. Только, по-моему, раньше пещеры между ними не было, это был просто такой переход. Слушаем тебя. Смотри, что это за индейская штуковина? Блин, со мной говорит трава. Это знак Капонг. Не ходи дальше, нас уже заметили. И что, если мы пойдем, нападут? Знак они поставили. Плевать на знак, идем дальше. Отряд, мою команду, приготовиться к бою, быть настороже. Причем они забыли натянуть на эту модель текстуры. Не, я понимаю, что есть мод, который такую как раз таки модельку предлагает, но тут они, видимо, взяли ресурсы мода. Да ёптыть-моптыть, там можно... Ага. В смысле вы получили отравление? Я что, скорпион забыл надеть, когда все это дело переигрывал? Твою мать. Ну да, забыл.
При этом лол, но отравление продолжает тикать, несмотря на то, что, казалось бы, я надел штуковину, которая должна его предотвращать. Ой, инвалиды-то. Я не помню, сколько там отравления наносит, но я помню, что его можно пережить и так. Кстати, тут яд-то какой-то ускоряется. Когда-то это все было нашим, а потом приходили вы. Так, за длинной скалой тропа выходит в долину. Дальше увидите водопад. Топок из пасов не пойдет, я буду ждать вас у водопада. Я, конечно, не эксперт, но в этот водопад испанцы явно что-то слили. Походу, радиоактивное. А я уже хотел идти за своими 50 тысячами. Так, вон там испанец какой-то стоит. Нам нужно попасть в Мериду и побеседовать с губернатором. Мы не пускаем чужаков. Причем он тоже использует название Мерида. Ладно, будем считать, что это литературное упрощение. Приятель, мы не для того двое суток гребли сюда и прорывались через дикарей, чтобы сейчас развернуться и уйти. Повторяю, доведи сюда старосту, и, возможно, вы тогда останетесь целы. Угрожаешь нам? Как ты догадался? Тебе никогда не войти в Мериду. Тревога, враг у ворот. Готовь жопу. В смысле, блять? Даже урон не зафиксирован был. Е-бой! Ой, он со склопета еще, блять. Пистолету какому-то разорвало ствол. Какая досада. Блин, ну там подготовились, конечно, а? У всех пистолеты сразу же поотрывало. Так, абориген, отступай. Ты молодец. Свали в туман. Закройся тучкой. Не забудь, что ты гребаный абориген. Так, делаю, что могу, конечно. Ай. Да, вот мне, блядь, надо в дверь, срочно. Кто-то мне в жопу настреливает. О, блин, там мушкетер. А можно мне как-нибудь без мушкетера? О, ну или так. Стоять, собака. Умри. Я полезный. Собака. Абориген-то воюет. Стоп, второй испанский мушкетер в жопе. И всем похер. Фух, спасибо, Пикар.
Блин, захватывающий геймплей. Какого черта? Ну. Ну, хоть так. Так, вряд ли с гарнизоном будут проблемы. Мы справились. Граната. Не, ну просто... Склопета. У обычного, казалось бы, хрена с горы. Которую, естественно, нельзя взять. Тут шар такой. Настолько, что стреляли и въебали, как мама не горюй. Выкинут нахрен, зачем нам вообще такая фигня может понадобиться. Как и с тем аборигеном, собственно, да? Который у Григуара был. О, винишко. Ром. Ребята, я все понимаю, вам плачу я, но можно работать. Кто стрелял с той стороны? Блять, еще один разорвал пистолет себе. Какой-то у него мушкет странный, как будто не фитильный, не? Абориген, нахуя ты приперся? Лучше бы он встал с той стороны, сейчас пострелял бы спокойно. О, тут горожане. Точно. А зачем простреливать забор? Это видите, какая сложная, сука, постройка-то, да? Так. Я не видел пока, где тут пикар. Но я надеюсь, что у него все хорошо. Ого, ты там своим макуаитлем. А как тебя-то завалили? Эх, Дувизен, Дувизен. Здорово, пупсик. Пикар вроде воюет, это хорошо. Нет! Фу-ху-ху-ху-ху-ху! Вы видите, как это близко было, да? Все, геройствовать больше некому, идем к губернатору. Нет возможности открыть. Грёбаные ладроны. Ваш начальник стражи оказался весьма ретивым, так что все, что произошло на улице, во многом его вина. Что вам нужно? Сюда почти никто не заглядывает, у нас нет золота и серебра. Тогда откуда у тебя такой особняк, а? Да и сама не производит Мерида впечатление нищего места. Разглагольствование. Не, вроде правильно написали. Я знаю, что у вас тут россыпь изумрудов и опалов. И вам придется поделиться с нами вашими находками. Лживые россказни. Хватит врать. Ты еще не понял, с кем имеешь дело? Мы получим камни. Или ваш чудесный городок превратится в пепел и угли. А оставшихся в живых жителей прикончат капонги. А с тобой будет разговор особый. Испанские сапоги, фитили, у нас много способов. Побледнел, но где камни? Не пытайся меня разжалобить, гони камни.
Бог все видит и покарает. Еще одно оскорбление, и мы идем за жаровней. Если никого не тронете, я отдам камни. Тащи самоцветы, и мы уходим. Так, забирайте свою кровавую добычу. А будет себе еще самоцветов. Иди посмотри, что там в сундуке у Дона. Тут целая груда, как я и ожидал. Пора обратно. Нет возможности открыть. Ну, шарль инвалид, что поделать-то? Музыка какая-то печальная играет. Специально набросали все модельки, наверное, женских персонажей, которые только в игре были, не эти. Так бросали, увлеклись, что тут человек пополам вообще разрезали. Ну ладно, нас у водопада ждет этот. Так, кстати, ребята, у всех лечилки в порядке? Так, вообще не притронулся к противоядиям, вообще не притронулся к противоядиям. Не притронулся к противоядиям, это хорошо. Ну? Че, все за мной просто идут, да? Так, ну тотем вроде все тот же. Чего? Вы что, угораете? У меня он за спиной просто заспаунился, блядь. Реген танкуй. Эрфиль лечит отравление. Пикар, живи, на тебе все. Так, неплохо. Шуску отравлен. Не, ну я все понимаю, конечно. Но, блядь, ну вот, ну ебал я в рот, когда так спаунит противников просто за спиной, блядь. В этом ноль какой-либо тактичности, я не знаю, хоть какого-то элемента планирования, это просто, блядь, из воздуха. Нажри, блядь, все. У вас лодки прохудились. Вот тоже в нормальных играх во время таких вот покатушек как раз таки устроили бы охрененные истории. Сидели бы. Слушаем тебя. Общались бы с Люком, с Пикаром, о том, о сём. Но зачем?
У нас тут корсары, у нас так не принято. Хорошо, прощай, прощай. Блять, Пикар! Сука, Пикар! Бегом на берег, если он сейчас сдохнет от отравления, я буду материться. Потому что я ничего не могу с этим сделать. Пикар, живи! Так, опалы, держи, твоя доля. Все, Маракайба, заебись. Компенсация, третий, спасибо. Кектираксу. Все, нахуй, на берег. Валим, пока он... Че? Жак Пикар вылечил отравление? Ты че, сука, решил шутить тут шутки со мной? Вылечил он отравление, блядь. Я ж пересрал. У тебя, блядь, еще 7 противоядий. 6 микстур. А ты мне тут устроил эту... Эркюль. Эркюль. Я что-то не понял. Ты все, получается, противоядия, микстуры, ром, все вообще выжрал. Так, абориген, все правильно. Я просто сперва увидел гарпун и охренел. Потом вспомнил, что так и было задумано. Так. Дублоны хрен с ним. Ром хрен с ним. Вино вообще, вообще лечилки не понадобились. Так, тинктура. Ебать, это я все должен Маркусу тащить ведь. Если я выложу, меня потом за жопу возьмут, так ведь? Ну хоть порох выложу. Чуть-чуть совсем с перегрузом, чтобы справиться. А, два тромбона. Так, и хрен с ним, давайте выложим пару лечилок. Все. Я без перегруза. И где этот... дублоны. Чё-то как-то на самом деле изи было. Так. Мои затраты компенсированы удачно. Выдвигаемся в Лавеку на доклад Тираксу. Так, я все-таки хотел бы услышать внятно и четко. Я... Я так понимаю, все-таки это чисто моя добыча. Надо тогда ее начинать продавать по дороге. Потому что я хочу сделать в Капстервилле еще больше вклад дублоны свой. Ну ладно, увидимся в Лавеге тогда.